Чулпан? О, Боже Настя? Мой, какие люди! Ты чего не написал, что ты вернулся из Барселоны? Полгода тебе написываю, звоню, не отвечаешь на звонки. Что такое, что с тобой? Слушай, так получилось то, что я пропал сначала, потому что у меня не было интернета, а потом получилось так, что у меня появилась там девушка, и мы уже с ней в отношениях, так что прости. Какая девушка? Я твоя девушка вообще-то? Я сижу здесь полгода, жду тебя, а ты с другой начал бросать, мне ничего не волнует. Как бросать? Мы совместно даже жили. Какой твой парень? Все, мы уже расстались. Когда мы расстались? А ты... Ну иди сюда. Слушай, ты как была психом, так и осталась. Настя, нет, я тебе сказал. У меня уже другая девушка есть. Нет. Нет. А паровозиком пошел. И что? Как ты меня поймаешь, а? Отстань от меня, я тебе объяснил нормально, то, что у меня девушка есть. Что ж ты не понимаешь? Настя, Настя, я тебе объяснил, я же тебе объяснил, нормально, у меня появилась девушка, так вышло, так же вышло. Ничего не, слушай, это так вышло случайно, оп, все так, целый день будем так играться. Я убегу отсюда. Нет. Другой раз. Отстань от меня. Достала. Не-не-не-не-не-не, отстань от меня! Приснится за такое. Почти 2 часа. Нет.